Добро пожаловать. Израт Ашем, мы скажем Бараха, Цлаха, Сасом Весимха, Авраам Бадалов, Леви, Бен Мира, Акадош Баруху Тейну, Бараха, Цлаха, Сасом Весимха, Приют, Арбе Десия, Дешмая, Вгам Тиварех, это Нисан Бен Давид, Акадош Баруху Тейну, Бараха, Цлаха, Сасом Весимха, Гам Элеф Авдалот, Бен Ахаим, Велеметим, Рома, Рахамим, Бен, Неле Мазан, Руа Хашем Тенахену Баганедем Гам, наш друг, Хия, его мама, Цвия, Света, Бат, Тамара, Руа Хашем Тенахену Баганедем Хим, Вихоля Шахвим, Има Бехла, Рахмим, Васлихот, Вихени, Ротон, Веромар, Амен. Изаер Мама Зирул, יזהר מאוד במה שיזהיר הוא חזר שלא יעבור לפני מתפלל ליושב בתוך ארבע עמות של המתפלל. ולמדו, והנה בזוהר חדש, מדור השני, דרגה אחת בגנום קשה מייסור איוב כל הימיו. עיין, דאש גנום שאדם רחוק ממנה תלמוד רומר פרוסות הוא נבנה. עיין שם עוד המאנסים, מאנשים נוראים שם. לעתיד לבוא, אחת שאונשים מקבל. פוסליקה צ'ואבק. Принимает на себя, на него все проблемы, когда проходит, он проходит через большие-большие исурим, проблемы в геноме и в этом мире. Башаши Моше Улам Кификулум Мизарзел Батфила. Не дай Бог каждый человек, который не считает, что молитва, она очень важная, не дай Бог его будет, он будет в геноме, его очень трудно очистить этого человека. Он ми базеет абет кнесет ва адоме, или не уважает, не приуважает синагогу. Кейта бе мидраш шати лаво и кру адама шем асав. В будущем, то, что человек в этом мире сделал, Акадош Баруху скажет, я назвал этот мир, как ты по своим действиям делал. Что это обозначает? Буша уламит шен ла ишаэр. Не дай Бог, человек в этот мир пришел с такого далекого места, как Ганеден, или с грядущего мира, и пришел в этот мир, и пришел, чтобы целый день кайфовать и не делать рацион Ашем. Зачем он пришел тогда в этот мир? Кмо ше катув ло йевош вло ами леулам. Амру хазар, ше амуле ми барахот, айнян шу ше баулам азе байом аришон ше нода ганай ше ал адам буша хи гдула ми од, аш еш анашим ше оргим эт азмам меров буша. Не дай Бог, человек, за то, что он так опозорился, и он себя убил. Кмо ше катув ба ברוריה בעבודה זרה דף י"ח, אבל אחר כך מתוך הרגל בושה יורדת לאד. Если человек не позорится, у него нет никакой стеснительности, он в будущем будет очень-очень наглый. אבל לעתיד לבוא לא שייך בזה הרגל, זה יהיה לנצח בושה. Человек, когда здесь опозорился за то, что он не сделал мицвот маасим товим, он может отвязаться от человека, спрятаться от человека. Но в предыдущем мире там позор на всю-всю жизнь. Кмо байом ришон, зе рабену Йона, ки нитбаеш нефеш ахат ши нипаред мин агуф, буша хи гдола мибошет баодно шема. Гитев агуф вешокеях, ма ясе аиш давар киур, баеш алав кмне адам лешана о лошатайм, ишхак давар легамре. Каждый человек, который находится в этом мире, он должен знать, зачем он пришел в этот мир. Почему он пришел в этот мир? Все то, что мы изучаем, чтобы принести его в действие, значит, мы должны это правильно восстановить наши действия. Многие из нас могут много чего изучать, но чтобы его в действие принести, человеку очень трудно. ועל כל Когда в теле находится душа, человек многие вещи забывает. Но когда душа как покидывает тело, он уже вспоминает все то, что он сделал неправильное. Кикуля бара вазака эншум тева магашми матуха. Потом душа, она начинается тихо-тихо чистить. И когда он не находится в этом мире, тева, nature, он чего? Нишама, она начинает понимать, что она сделала неправильно. «Идбаеши лифней мелех малхе амалахим акадош баруху леулам улармей оламим таамод бабуша баото шат ши айта умед лефанав кмо хапам хаху таамод мувуешет леулам».
И не дай Бог, когда человек из этого мира уходит грязный, грязный значит мир, уходит со своими грехами, и у него очень большой позор. Это позор почти, что он не может принять на себя. Веземру, ой ля ли ото буша, ой тому человеку, который так опозорился. Ой ля ото клима, и вот это то, что он сам себя потерял в этом мире. Аткан лашон лефех азир азе, маре кавод шамаем, бавадай тфилатом и кадой голам кидуш ашем. Изаэр медот бихол динай тфила тфилейн веуч каравуй. Человек должен вовремя приходить молиться. Вовремя все делать. Тифлин цицит вовремя. Кеалпидин хаяв литбалэй бэгадим миллионим, касот кол гуфо бецниют коумед лифне мелех. Человек старается в шортах не молиться. По закону можно стараться в шортах. В длинных рубашках. Молиться, пока мы стоим около Мелех Малхея Малахима Акадош Баруху, Всевышний Акадош Баруху. Удина де Гамара. Эншу маком хасва шелон лизалзель базе. Не дай Бог человек, чтоб без писанды его не делал. Афилу бакай су мавазе это Мелех ваумед баима ваира. Даже человек, когда находится летом, ему очень жарко. Человек должен иметь правильные вещи, чтобы около Акадош Баруху молиться. Катуба Сефер Аган, есть такая книга, называется Сефер Аган. Кол адам яамин ши далтот вайкрот митат бенав, хас вашелом баим ля адам, вен ло ацлаха бамасе уматан шило, бавур шино митпалел баком кавуа. Кол адам яамин ши далут вайкрот умитат бенав, хас вашелом баим ля адам, вен ло ацлаха бамасе уматан, бавур шино митпалел баком кавуа. Не дай Бог, в Сефер Аган написано такую вещь. Коль адам ямин, ши далут вейкарут, каждая вещь, когда проходит человек, когда бедный, или не дай Бог, хас вашалом, дети уходят, его умирает в раннем возрасте. Вену ацлаха ба маасе матан шило. И он, у него в жизни не идет. Бавур шино митпалел ба маком кавуа, потому что нет у него места, где он молится постоянно. Вим хас вашалом митпалел ба ехиди ба бето. Если не дай Бог, не дай Бог, он один молится у себя дома. Азай мевиет филат дугмат корбан лишедим. Не дай Бог, Рав Каневский говорит, страница 442. Каждый человек, который молится один, он приносит, не дай Бог, корбан шедимом, самих мемом, сатану. שאינו מתפלל בקקום, ואם חס ושלום מתפלל ביחידים בביתו, גם זה מביא דוגמת קורבן לשדים. וחייב גם קרד בר מינן. נדאי בוך את הצ'וויק, גרידו שמיר כגדה פיידיות, איבו נפרינות את הצ'וויקה. ואם חי, אב מתפלל כמה פעמים בביתו, אז יורה מכנסה ואני חשוב כמד. יש ליאון, צ'וויק דומה מוליצה, או נדאי בוך, או בועית עוצ'ין, נישי. Потеряет много-много денег. Не дай Бог, и как написано в Талмуде, что один из четыре вещи считается человек, который имел деньги и потерял деньги. И он считается как мертвый человек. За этого сколько-сколько мы должны знать, что каждый человек, который молится дома, не дай Бог, он приносит корбан сатану, лишедим. Оши банав метим бахаяв хасва шалом. Или не дай Бог, его дети умирают при его жизни, который дома молится человек. Дам зе хашув камед. Ваира харад ледвар ашем, а руце лизаэр медальдуд митат беднав. Человек, если хочет быть осторожным, быть, не дай Бог никому, чтобы никто не видел. Его дети, чтобы не умирали, и чтобы нищий не был. Кольшкем митат ацму, и чтобы сам раньше не умер. Ясэ ло маком каву авшу, бьюшув витпалет ба маком ахад. Аткан лершоно. И он должен молиться в одном месте, и в одном месте с этого места не двигаться. А лес в этом месте есть, да, в некоторых синагогах, не дай Бог, разговаривают, смеются, колют рожь, газеты проносят на телефонах. Он должен найти себе синагогу, который этими вещами не занимается. Есть, Барух Ашем, много синагог. Муван кол канал, шимаком, эн онес, низар мироцон ашен мишамро, аф онес, кедейтам бамоэт катан. Даже человек, который человек должен один, как будто бы молиться. Не дай Бог, если в больнице он находится, или его близкие в больнице, и он не может. Но у человека не должен быть причина, чтобы один дома молиться, брат болеет, сестренка болеет, мама, папа, не дай Бог, болеют.
все равно человек один час может он осветить. Акадош Баруху Шахарит, один час Минха Аравит. Каждый человек это должен знать и принять. Каждый человек, то, что он делает, в основном это не написано у нас в Шулхан Арухе. Он делает, потому что он хочет это делать. Ему никто не говорил, его сами мозги, его свой Шулхан Арух. Написано в Талмуде, Масехет Моэд Катан, в пятой странице. «Кол Ашем Эрхотав Баулам Азэ Зохэр Уэй Башаато Шел Акадош Баруху Шенамар Васам Дерех Эрээну Бейша Элоки». «Кол Ашам Эрхотав». Каждая вещь, которую хочет увидеть Акадош Баруху, он увидит его через молитву. И Акадош Баруху ему покажет дорогу. «Клар Давар». Давайте поймем, что мы об этом все говорили, все эти шиуры насчет молитвы. «Хиюв гаму льет баки ба шулхан арух алахот тфила». Вот это самая вещь. Человек должен знать молитву и знать законы молитвы. Каждый человек, который не знает Шулхан Арух и законы молитвы Ора Хаим, сначала, который Раби Йосеф Каро, сефардский еврей, 500 лет тому назад, Отор Шулхан Аруха, написал Шулхан Арух для сефардских евреев, мы должны это знать от начала до конца. На шиуру мы даем шиуру по субботам. Я лично даю Рабай Хехту в 5 часов по субботам. Люди не приходят, люди в парке, люди целый день занимаются своими вещами. И приходят, и молятся, и молитвы пропускают, и глотают слова, и не знают, откуда начинать. Иногда поздно приходят, до каких пор это будет продолжаться. И люди что говорят? Шаббат сейчас выходит, Барух Ашем, 9.15, 9.20, заходит поздно. Что нам столько делать в парке с детьми? Я понимаю, один час, два часа, три часа. Человек закончил молитву, скажем, давайте 12 часов, 11 часов. Пойдет покушает, поспит два. Два часа закончит, два часа поспит. Почему до сих пор люди не приходят на уроках? Не только у нас в синагоге. В многих-многих синагогах мы должны сами познать, почему мы пришли в этот мир. И мы знать должны законы. Пока человек не пойдет, не изучает от Талмида Хахама, от мудреца, он ничего не будет знать. Он думает, что то, что он все делает правильно. И мы часто видим, люди по 20-30 лет в синагогу, unfortunately, ходят, и одна и та же система. Мицват анашим минамдея. Мудрецы, Нави, говорит такую вещь. Люди приходят в привычку. И пророк говорит, привычка – это самая плохая вещь для еврейского народа. Потому что, когда человек привыкает, он не меняется. Ему не говорят, как меняться. Из-за этого он должен Шулхан Арух изучать. Барух Ашем, у нас есть шиур. Мы даем почти еще 2 часа в субботу. Шулхан Арух, молитвы. Сколько людей по 20-30 лет молятся. Говорят, мы никогда не знали то, что здесь написано. Что человек должен знать. Пока он не будет изучать, он не будет знать. И пока он не выберет себе Тасели Харав, сделай себе мудреца, сделай себе раба. Мисталек мина сафек. У тебя не будет никакие doubts, questions. «Ки хаба ли шамеш эта мелех эн йоде эх литнахег». Каждый человек, который придет и будет serve king, он будет короля servant, он говорит, в тот момент он не знает, как его с ним вести с королем, потому что он никогда не изучил, что король от него хочет. «Бавада иргаш». «Иргашену амелех, вшем изальзеба зе атин летин дин вихешбон». Конечно, каждый человек, который говорит, не, это король, это для меня ничего. Я сам себе король. «Вколя мизальзельба зе». Каждый человек, который disrespect, не уважает, в будущем он будет за это платить. «Эн сафек шелемуд диним эло хаявим кодем коля лимудим». Каждый вещь, Рав Каневский говорит, каждая вещь, которую человек начинает изучать, прежде всего он будет изучать, он должен изучать Шулхан Арух. Пока он не будет Шулхан Арух изучать, он не знает законы, он не знает, как пройти к королю. «Им ногагим шалош пам бихольем». И мы это должны делать 3 раза в день. «Вехен катаба мишна бурабагдамато алибуд царих льет иманад ликаем».
משנה ברורה, חפץ חיים, פישת הכויבש, סווי אינטרודקשן, משנה ברורה. כאז רבש כתורו מי איזוצ'יים, ניתוכה שטוב איזוצ'ת, סטרניצה זה, סטרניצה там, какой он умный, какой он кабалу знает. Не такая главная вещь. Самая главная вещь, чтобы его пронести все вещи, которые действия. Сегодня изучали тифлин в действии. Сегодня изучали Шма Исраэль в действии. Сегодня изучали цицит. Как его пронести в действие? Как я на это буду над собой работать? Лему царих льот нен манады каем. Ки аломет шело манады каем, новах шело... לא הרשות שהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. נדאי בוך, קאז'ו צ'וואבק, כתורי, נדאו איתו שפטורי נפיסני, יוני זוצ'אית, מודריציס קזל את הכויבש. פלסנטה כתורו רדיוסיה, שטופ ענאו פאלה, אישטופ עניב רדיוסיה ותדמיר, אישטופ נפרשו ותדמיר. Почему? Потому что зачем человек приходит в этот мир? Чтоб исправить 70-80 лет и пойти в Ганеден. В грядущий мир, и там он будет всю жизнь. И Акадош Барух у нас не принес того мира на этот мир, такой далекий мир, чтобы мы целый день сидели и кайфовали, и лясы точили, и проводили свое время. Ноах. В Акадош Барух у не тем были бы Аватов и Рато, не скелли Авод Баймед Белевав Шелем. Каждый человек, который придет Акадош Барух у, сломанным сердцем. Что такое сломанным сердцем? Да, я хочу. Акадош Барух Ху, ама весел. Я для тебя сосуд, который я буду все от тебя принимать. Акадош Барух Ху ему даст любовь, ирато, боязнь. Не скелла авод баэмет. И он будет работать на Акадош Барух Ху баэмет. Эмет, что такое эмет? С правдой. Балебав шелем, с полноценным сердцем. Много раз мы в синагогу идем, детей относим в синагогу. Многие люди спрашивают законы. Некоторые проходят посередине Шма Исраэль, начинают шалех цибуром Шма Исраэль. Некоторые Шмона Исраэль уже начинают, это встает на шаббаты, и встает простые дни. Сколько человек должен изучать? Эти мудрецы, которые ему говорят, какой ты красивый, какой ты хороший, сколько я вижу, они до сих пор, эти люди не исправляются. И они спрашивают законы. Пока мы не будем знать законы, мы не можем работать на Ашема правильно. Давайте научим. Возьмемся за ум. Скажем, я хочу изучать. Я буду изучать. Я буду правильных людей изучать. Каждый, который мудрец, говорит, все ты делаешь правильно, тот мудрец тебе не мудрец. Мы понимаем, это очень трудно. Мы понимаем, когда человеку мы что-то говорим, чтобы мы говорили приятно, чтобы мы никого не обижали. Как мы часто слышим от бизнесменов, тебе надо было так говорить, тебе так не надо было говорить. Он что делает? Он диктует Талмид Хахаму, мудрецам, что делать. Когда бизнесмены диктуют, они не знают Шульхан Арух, они Гемара не изучают, они только знают то, что в бизнесе, а бизнес это не Тора, Тора это Эмет, Эмет это Эмет ми Эрец Цицмах. Значит, каждый человек должен это знать, мудрец должен это знать, что его ученик, он пришел в этот мир, что он ему дает Олам Хаба. Из-за этого в Шульхан Арухе написано «Юрдая». Если, не дай Бог, папу посадили в тюрьму, и папа не мудрец, и посадили его, этого, его рабая, этого человека, мудреца, у него деньги есть вытащить один из них, его рабая или папу. Откуда как, что мудрецы сказали, ты должен своего рабая вытащить? А, против бухарских пошел эта вещь. Как это может так сказать? Мудрецы говорят, твой папа принес в этот мир тебя. Мудрец, который тебе учит Тору, которому говорит то, что правильно и неправильно, он приносит тебе в Олам Аба. Это лимала мина сехель, это пашиша невозможно понять. Роцеш ей лео тоэлет мизе, икара кама памиме, икар ласим лев ликаем. Человек, если не понимает Шульхан Арух, с мудрецом, который ему объясняет. Он говорит, должен такую вещь сделать. Прочитать много-много раз, пока его не поймет. Камош катув рабену Йона, как написано в рабену Йона, шаре чува. Им адам ло леорер навшо, ма ялилу амусурим, амусарим. Если человек, рабену Йона, говорит такую вещь, шаре чува. Если человек сам себя не проснется, не проснется, он скажет, нет, я не буду делать.
Сколько ему мусар может помочь этому человеку? Мусар насиха. Перке Авот написано такую вещь. У человека есть курица. И курица у нее есть перышки. И она зашла в сенд, в грязноту. Он говорит такую вещь. Если эта курица зашла в грязноту, хозяин его хочет почистить. Каждую перышку он берет, каждую перышку он должен чистить. Сколько времени это возьмет? Много-много времени. Мудрецы говорят, а если сама курица возьмет, шатнет все свои перышки, берется 5-10 секунд. Чу лучше, сама, которая курица, это сама шатнет, чем хозяин возьмет и по одному перышке будет его чистить. Также и мы здесь говорим такую вещь. Каждый человек сам, пока он не проснется, не скажет, что я хочу поменяться, мусар, сколько бы ему ни давай, ему очень до него достичь, до этого человека, до его мозгов. Барахот Катуф. Написано Барахот в Талмуде. Това мардут эхат бетох либо шел адам йотер мимея малкуйот. Не дай Бог, человек, одна вещь, он идет против Ашема, это как бы, это больше, чем 100 плетений, которые ему будут давать этому человеку. Он должен изучать и делать то, что он изучает. Он знает, как изучать, он знает, как это делать. Он должен дальше пойти и другим изучать. И держать то, что он изучал. Как мы тоже часто видим, люди изучают, приходит к тесту, сразу ломается. И мы понимаем, что человек, он не пришел как ангел в этот мир. Но мы изучаем все, чтобы это все в действие принять. Часто мы тоже видим, люди очень часто хотят очень большие вещи изучать, элементарные вещи, Шулхан Арух, не зная, очень большие вещи хотят изучать. И потом идут по своей дороге. Сколько раз мы видели, Михалель Шаббат, Шаббат не держат, кошерное. Все человек, почему? Потому что корни очень слабые. Он над своими корнями не работает. Из-за этого человек очень сильно падает. Кстати, нет фила раби мизальзелим бахем. Ми пеад и едия, о ми пеад калут рож. Иногда он говорит, кцадиним, давайте посмотрим чуть молитвы, что мы должны с молитвой делать, какие законы. Или иногда мы не мизальзелим, его без писанды делаем, или потому что мы не знаем, или потому что нам это не интересует. Неважно. Афилу ми халаш бетево хаяв лево лебет кнес батхилат фила литпалейну инцабил кеседам. Здесь написано один из законов. Даже человек, он слабый. Он все равно должен в синагогу прийти и молиться с общиной. Здесь, Барух Хашем, у нас молодые люди в нашей общине не приходят в синагогу. Они не слабые, они не хотят. Почему? Потому что лень. Сломайте эту лень. Мишна Брура написано Симан Алиф, что каждый человек, который слабый, даже он должен прийти молиться с кем? С общиной. Вторая вещь. Митахель лаво некра поше ваацель. Каждый человек, который приходит в синагогу, поздно называется криминал и называется ацель. Лейзи. Ленивый. Написано в Барахоте, в Талмуде. 43-я страница Амудбет. Бавадай бешем за икару, а ты лаво гам рагил бака камоши амру. И человек привыкает прийти, приходить поздно. Тот человек называется криминал и очень ленивый. Ну, мы говорим, у меня дети, у меня ночью ребенок не спал, у меня там проблемы, здесь проблемы. Но мы все люди. У кого здесь нету проблем? Посмотрите, в каждой семье, не дай Бог, есть плюсы и минусы. Акадош Барух Ху знал, что он даст сегодня детей. Он даст этой семье детей. Акадош Барух Ху не дает человеку никакой тест, потому что не может то, что его пройти. Он знает, Акадош Барух Ху, что человек может пройти. Из-за этого каждый человек, который не просыпается утром или на Минхарави не приходит, называется криминал и называется ленивый человек.
и будущем он будет за это платить дин вехешбон. Кмо шеамру батанхума, лаатид лаво икару адам аль шем асав. Эн лишаэр гадол вабуша лаатид лаво икару адам аль шем асав. Базе шкатову, ло нивош вело никалим лаатид лаво. Каждый человек, который придет в Олам Аба, в грядущий мир. О, грядущий мир, когда он придет, как он будет себя вести в этом мире, так его и буду называть. Цадиком, цадиком. А цель – ленивый, ленивый. Часто мы слышим на Ишво «амфочилый». Часто мы слышим на Ишво «о, какой человек был цадик, хасид». Здесь написано, каждый человек даже в синагогу не пришел. Он называется пошея. Пошея – это называется криминал, ленивый. И здесь люди говорят, какой он цадик был. А то, что он пару маасим товим, пару хороших действий делал, может быть, хороший цадака кому-то мудрецу дал. И в тот момент мы говорим, какой он цадик, этот человек. Сколько мы должны осторожно быть за свою речь. А почему они делают? Мы разрешаем, чтобы делали. Если бы мы не разрешали, он бы это не делал. Мы бы сказали, скажи, пожалуйста, мудрец, давай лучше будем, скажем, деврей Тора. Давай скажем лучше лелю нишмат, лишние слова ничего не будем говорить. Лучше скажем его хорошие некоторые действия, то, что он в год 11 флин одел. Может быть, это скажем. И почему в основном, когда мы идем на Ишво или на Навая, показывают фотографии, как они с тефлином, с кипой. Для чего это? Это филькомограмма все. Возьмите лучше настоящий, покажите, кто такой человек. Нет, все равно надо хорошие действия показывать. Но не надо говорить постоянно, что человек цадик. Часто мы слышим от мудрецов, unfortunately, что он говорит, а, ваамех кулям цадиким леулам ишу арец. Весь народ еврейский, он цадик. Все он делает, религиозно, нерелигиозно, всех должен любить. И мы никто не сказали, что ты должен ненавидеть. Ты не должен их ненавидеть действия. Но никто не сказал, что он цадик. Здесь написано, что он пошея. Человек, который не приходит в синагогу, называется криминал. А тот человек говорит, не все амех цадиким. Маран Хида, Хаим, Раби Хаим, Йосеф, Давид, Азулай. Говорит такую вещь. На Пиркей Авот. ואמר כולם כל ישראל יש לכם חיוב לעולם הבא ואמר כולם צדיקים אבס יבריסק נרות צדיק ונגרידה конечно он צדיק это человек ещё какой צדיק после сколько гильгулев он должен в этот мир пройти сколько гейномов должен пройти конечно он будет eventually он станет байзрадашем צדיקом но каждого человека чтоб сказать подхалимничать и сказать что צדיק и все любят этого мудреца, о, какой он хороший. Смотри, какие слова он говорит. В каждом вещи человек должен быть осторожен быть. Если бы мы вам говорили, какие вы хорошие, зачем тогда мы вам нужны? Вы, значит, сами знаете, какие вы хорошие. Здесь мудрецы объясняют. Человек должен быть осторожен быть, знать законы. Каждый человек, который в синагогу не приходит, называется криминал, называется ленивый. Не дай Бог ему придет бедность, не дай Бог он будет хоронить своих детей в раннем возрасте. Это все зависит от человека. Давайте, возьмите книги, скажите своим мудрецам, давайте будем изучать мусар, давайте будем изучать хильхот Шулхан Арух, законы Шулхан Аруха. Драшат, да, мусар хорошо, должен человек изучать. Но он должен тоже Шулхан Арух изучать. Пока он не будет изучать, ему очень будет трудно поменяться. Навон ли коле алем. Третье. Ми яхол лаво литпалел базмана бешаад нефеш маахер тфила, кедей шло исцарех ламтин эзе регаим. Ки мишу йоце баэмца тфила, о лифне гамар мишун лео лео савлану ламтин кама дакот, эн леха базе авудато шел акадош йотер мизе. ויכול לתפילה בזמנה, בשעת נפש מאחר מתפילה כדי שלא יצטרך להמתין איזה רגעים, וכן מי שיוצא באמצע תפילה, או לפני גמרה משום שאין לו סבלנות, שאין לו סבלנות, להמתין כמה דקות, אין לך בזה עבודה יותר מזה, כאילו אינו מאמין ששכינה נמצא בבית כנסת בשעת תפילה, אין, ואיך תתקבל תפילתו. הנה יודעת שהוא עובד תרופצה, היא פסטיינה תרופצה, נקטרי יש,
люди, алейну лешабех, еще мы не сказали, они уже тифлим, все, постоянно, одна и та же система. Кто сказал, зачем сказал, я понимаю, у тебя 30 детей кормить, 80 бизнесов открыть. У всех это есть. Человек должен знать, с молитвой он должен заканчивать с общиной, начинать с общины, заканчивать с общиной. Он нет, он ждет. Он ждет. Чего он ждет? Он ждет, у него своя программа, у него своя школа, у него свои мозги. Объяснить, сказать, нет, это никому не интересует. У него своя система. И он говорит, каждый человек, который рано выходит из синагоги, поздно приходит, он думает, шхина находится, а кадош баруху тама. Вару и леквот шамай лаамтин эзэ дакот кодем тфила. Катав локашаш ты митцват. Шибир лашон хамтана ху шамтин бишвил митцватат ашер тивите. Азэ мисаем пасук. Вахи кенар шломеха вицеткатех кагалэ ям. Вахи кахол зареха. Веш базэ гам хилу лашем рахмана лицлан шомру. Не дай Бог человек, который раньше выходит. Мы не говорим, что emergency. Когда человек на хацала работает. Мы не говорим в том моменте. Но у человека постоянно одна и та же вещь. Emergency. Всегда ему надо уходить. Всегда он убегает. Он говорит такую вещь. Это называется Хилуль Ашем. Он оскорбляет Бога имя публично. Жомру как митнахек бне Тора. Так и люди ведут, которые идут по дороге Тора. Вен базе шум тируц. Нету у человека никакого ответа на эти вещи. Афилу роим анашим изарзелим базе, ошим ядурим баком весур лидабер, афилу анашим хашувим, дама навшах им еш болахем там мизе. Димима навшах им еш там мизе. Мистама царих лидун кав сход шеш лахем там. Он говорит такую вещь. Даже мы знаем, что люди, они авторитетные в религии, идут по дороге Ашему, но ты его можешь один раз кавсход, бенефиров дал дать, второй раз, третий раз. Там шеях, эцел ахерим, веем лахем там, вадай гам хем яаниш алзе, вело эло шеата горем лахем шеаниш гам баурех шехшлу ахерим. Не только это. Люди приходят в синагогу, новички только приходят. И люди эти вещи постоянно делают. И другие люди от них учатся. Это называется Хилуль Ашем. Завтра за каждую вещь, то, что он будет делать в этом мире, где бы синагоги, где бы дома, где бы на работе, он за каждую вещь будет в этом в грядущем мире платить. Вайкал бахол давар царих леет макату батура шулхан арух. Вот это самое ки. Каждый человек должен знать то, что написано у нас в Торе, и в Шулхан Арухе. Если он не знает то, что написано в Шулхан Арухе и в нашей Торе, он 100% ошибку делает. И мы каждый день это видим. И я не тот человек, чтобы вам наши ошибки говорить, или ты такую ошибку сделал, ты такую. Приходите, изучайте, чтобы не было у нас ошибок. Приходите, изучайте. Не привыкайте то, что вы привыкли 20 лет тому назад. Человек забывает. О, я забыл. Сколько раз мы говорим, он забыл. וזה רצון השם מזלזה וזה בכלל אפיקורס. Не дай Бог человек, который не приобрегает с молитвой, с мицвот, не дай Бог человек считается апикорес. Апикорес, который не верит, не дай Бог, не верящий. Хас ва-шалом. Леулам аба ло икаблю кал тирут зе. В грядущем мире, когда он пойдет в грядущий мир, ответы, которые мы в этом мире даем, они не принимаются. Потому что у него нету Торы и Шулхан Арух. Если у него есть Шулхан Арух, он покажет, где это в Шулхан Арухе. Или он с мудрецом изучал Шулхан Арух правильно. И ему этот мудрец объяснял и повторял, чтобы этот студент его назад повторил. И в тот момент, если он эти вещи не будет говорить, в грядущем мире это не примет его ответ. Ахарим изальзим базе, варауи ша ахарим изальзилим. Не только это, он всех других учит под своим действием. И все другие от него учатся. Маахер барацон тфила каюце ба эмца лаатин лаво и гаршем ме бета мигдаш ба эмца тфила во софа. Каждый человек, который приходит поздно, специально делает. Он знает, что он сегодня пойдет на пары. Он знает, что завтра проснется очень поздно. И постоянно он это делает. Или на телефоне сидит до часа двух. На WhatsApp. Как он может на молитву правильно проснуться? ואין ביוצא באמצע לעתיד לבוא, יגרשם מבית המקדש.
будущем, когда Бет-Амикдаш построится, также его будут вытаскивать посередине молитвы, в конце молитвы и в начале молитвы. Как написано в книге Хасидим, Симани, Тавшин Пей, 780, Барушалми Барахот Реш Перек Хей, в Талмуде в Иерушалме, Иерусалимском. Кол шейно нихнас лебет кнесет баулам азе, эн нихнасим баулам аба. Ну, мы что говорим? Еврейский народ, Барух Хашем, цадиким, тот цадик, этот цадик, каждый человек за этот цадик. Но он в синагогу не ходит, этот цадик, который мы говорим. Каждый человек, который в лаволе бет кнесет, кол шейно нихнас лебет кнесет баулам азе, каждый человек, который не заходит в синагогу, в этом мире, в грядущем мире его не принимают. Где написано? Сефер Хасидим, Симан, 770, Иерусалимском, Барахот, Перек, Хей. Мы должны знать, что мы делаем в этом мире. Не, мы другого мудреца слышали, он так не сказал. Прочитает пускай мудрец, с книги пускай скажет. Где это написано, то, что он говорит? Если он говорит, где это написано, пускай пойдет вот с этой книгой, которую мы здесь отсюда читаем, и скажет, почему здесь по-другому и там по-другому. Я вам читаю Рав Каневского книги «Гдоль-Адор». Я 100% знаю, что он ту книгу, которую тот мудрец нам преподает, он тоже эту книгу знает. И он бы это тоже сюда, в эту книгу принес. Из-за этого написано, каждый человек, который не заходит в синагогу, он в грядущем мире его тоже не принят. Гдола тфила йотер меколбанот вйотер маасим товим. В Талмуде написано Барахот. 32 страница. Амуд бед. Годель тфила, гадоль тфила. Молитва больше, чем корбанот, жертвоприношение. В маасим товим. И действия, которые человек, хорошие действия в этом мире делает, молитва больше, чем это. Вейшамрей ав йотер метамуд тора. Некоторые говорят, масехет магила. В Талмуде, 27 страница, Амуд Алев. Даже молитва больше, чем человека, то, что он изучает Тору. О! Молитва больше, чем изучение Торы. Все, мы Тору не будем не изучать, мы будем молиться и все. Нет, мы должны молиться и Тору изучать. Венеха давар гадор митфила. Нету вещь больше, чем молитвы больше. Катав хазон иш баигерет. Хазон иш пишет такую вещь в своих писанинах. А тефила имнам хи митцва маасе маасит ацлену. Ине имнам митцва иньют, векошо яце хова митцад алев, ло ясе гам маасе меума. Шен тефила эле авода белев шел адам, кмо шамру. Написано, Хазон Иш такую вещь говорит. Если человек ни сердцем не молится и сломанным сердцем не приходит Ашему, это не дай Бог, как будто бы не считается для них молитва. Это Хазон Иш пишет. Написано в Таните, в Талмуде, Амуд Бет. Амуд Бет. Лавдо, лавдо, бахол левевхем. Эзе хи авода. Написано, Шма Исраэль. Работайте со своим сердцем. Мудрецы говорят, как можно работать со своим сердцем? Аскиму тфилатав оцер шеламилим. Цавцефе хапе азе. Молитва – это как сейф всех слов, которые может Акадош Барух Ху сказать спасибо. Мицва тфила лехабет бапе валев рахов. Ло испот хет аль пеша, аткан лешено. Кен шеге аба тхила бакавна бов шо ехол итварак ба мирут ацума. Ша лекавен клал. Человек должен быть осторожным молиться. Не торопиться. За нами никто не гонится, Барух Ашем. Мы не находимся, не дай Бог, не на войне. Куда мы торопимся? Что сказали? Зачем сказали? Почему сказали? Не знаем. Вот так делаем. Привычка. Что хочешь от меня? Надо исправляться. До каких пор? До каких пор? И мы тоже скажем Руфуа Шлема. Я забыл сказать. Руфуа Танефиш, Руфуа Тагуф, Потоху Ляму Исраэль, Атинок. 10-летний мальчик, Хаим, Хилель, Бен Ривка, Энна Рафанало, Батоху Леамо Исраэль, Лехен Ярацон Веномар Амен. Мальчик шел в синагогу, 10-летний, в
форсился на Джу Авеню. Машина сбила. По всем WhatsApp, по всем Instagram, пожалуйста, молитесь. Давайте будем молиться. Не только за мальчика, за весь Ам-Исраэль. Через что только не проходит, бухарский мальчик сбил его машину. Пожалуйста, давайте возьмемся за молитву, за изучение. Придем друг друга прощать, любить. Мы будем об этих вещах говорить, чтобы человек мог правильно в этом мире сопоставлять свою духовную и физическую. Эмшун хетели далек баскеда зимра. Человек, который поздно проходит, он не может скип. Он не может скип делать молитву. Рагнишум тфила бацилбу байкре. Гамзе рабим бапагин кату байэфэх. Али едезе бацинорот шила тфила. Каждый человек, который пропускает молитвы, то, что Аншекнес и Дагдула поставил его вместе, он, не дай Бог, меняет грядущие миры, которые в этот мир должен шефа прийти. מאחר בתפילה אין מספיק להגיע 18 עם ציבור ממש מבטל בידיים תפילת ותיקין תפילה בציבור. עיקל מצוותה התחילה כמו שכתוב כל הפוסקים וגור עד קדושה שיתחיל אחר כך אסור לו להתחיל. קאז'י צ'וואבק, קטורי, שולחן ערוך נפיסנה, סימן פיסיית ושמום. קאז'י צ'וואבק, מצווה מן המובחר, לוצ'ה אבש, שוב צ'וואבק מליוס הסנץ. סמה לוצ'ה אבש. משנה ברורה פישת, בשם בית יוסף, каждый человек, Башем Рабену Юна, каждый человек, который молится нец, муфтах лу шион бен хаулам аба. Тот человек гарантируется, что у него есть грядущий мир. Грядущий мир. Знаете, что такое? Рабену Юна говорит, что у человека есть грядущий мир 100%. Вещь здесь нету 100%. Смерть и жизнь это 100%. Человек живет и умрет, это 100% гарантируется. И кто молится нец? Стараться. Хамавади Юсеф пишет в своих книгах. Каждый человек, который не изучает целый день, валибатим, бизнесмены, пожалуйста, молитесь в нец. Хотя бы такую молитву подняться с нецом. Бабоки решломо медаяни лефанеха и лукайну велкешу отцитим мафила леура. Человек должен сказать «Моде ани лефанеха». Что такое «Моде ани лефанеха»? Спасибо, Ашем, что ты принес мою душу, новую душу, которой буду я на тебя работать сегодня. Шомер атер Исраэль бетфираим мамшимшим бетфилин. Шатамид бацмур лиаш наамод. Баша барахот вакадиш асу ласот афилу шум малаха кала. Во время благословения, во время кадиша, люди разговаривают, люди друг друга перебивают, проходят около кадиша, люди говорят, пожалуйста, изучайте законы кадиша. Кадиш, когда нельзя на телефоны отвечать, нельзя посередине кадиша смотреть на телефоны, кто звонит, даже мы знаем кадиш наизусть. Амар Раби Йошуа бен Леви, в Талмуде написано Масехет Шаббат, 118 страница, Амуд Бет. Раби Йошуа бен Леви такую вещь говорит. Кол хаоне амен еш ме раба. Каждый человек, который ответит амен еш ме раба, что Ашема имя, он во всем мире это будет. Беколь кохова каваното, со своей силой и своей концентрацией, в которой он находится. Ми ватлим ло гзерот раот лешвим шана. 70 лет, не дай Бог ему сказали, он так должен через проблемы пройти. Иммун аннулируется этому человеку. Не дай Бог ему сказали, в 20 лет он должен быть слепой быть. Амен ешмираба, один говорит. Не надо никому каббалисту идти. В синагоге это аннулируется. Зиро. Ноль. Каждый человек должен знать кадиш. Правильно кадиш говорить. Когда надо кадиш говорить. Когда не надо говорить. Сколько кадишев надо говорить. בשעת קדיש, אסור אפילו להלהר בדברי תורה. ואברהמיה כגדה תשובה גברית קדיש. אלי כגדה פרייזנוסת קדיש, דז'ו מנדומי דומית הדברי תורה. מעשה בחסיד אחד שאורו חבר לו על חרמתו פניו מרוקות, אמר זה עונש מפני שהיה מדבר בשעת הקדיש. פרישו את נמו מודריצוי ודרוק, היא גברית תקוי וש.
тот уже его друг умер, во сне ему пришел, он говорит, ему во сне пришел, почему твое лицо зеленое? Он говорит, мое лицо зеленое, меня наказывают за то, что я во время кадиша говорил. Сколько человек должен быть осторожно быть, знать эти законы? Ну, мы привыкли, давайте выйдем с этой привычки. Есть такие вещи, которые мы должны знать, то, что у нас в Шулхан Арухе написано. Баизрат Ашем, то, что мы Деврей Тора сказали, и Бараха Ацлаха, Сасон Весимха, Бриют, Арбедисия Дишмая. Пожалуйста, перекрой ролики другим людям. Звоните Шиур, Руфуа Шлема, Руфуа Данефеш. Тоже звоните Лейлю Нишман, кто хочет поставить Шиуры. По телефону 917-335-4763. Спасибо вам большое.